Лето в самом разгаре, и мы решили выяснить, куда в этом году отправятся на отдых мариупольцы. Планируем поехать до папы. А это вот куда? Лучший отдых, да, в другой город. Просто в другой город, там море есть? Нет, моря нет. Да, просто дом питает своей энергетикой, поэтому, да, родные пенаты. Уже отдыхаем. В Мариуполе? Ну да. А сами откуда? Сдалека не скажу, к дочке приехал. Да, планируем за границей только. А дочка за границей? Да. Куда, если не секрет? Турция. Не знаю, где-то на Азовское море. Какой-то курортный поселок? Ну, Новую Ялту. А туда часто есть? Первый раз в этом году собираемся. Надеюсь, в Турции. Мы только с отдыха пришли. А где вы? В Италии. Да, Хмельник. Куда? Хмельник, Винницкая область. А почему не на море? Я на море живу. В Одессе, я еду в Одессу. Дома. Мариуполь? Да. На нашем море, Меликино. Уже забронировали? Ну, у нас там дача. Нет. А почему? Ну, так сложилось. Нет возможности. Ну, так сложилось. Работа, отпуск. Нет, отпуск есть, но так хочу быть дома. Хочу ездить на песчаный пляж и там отдыхать. Планируем. Куда ехать хотите? В Киев. Почему не на море? В Киев. А, Киевское море. Нет, просто в Киев. Гулять по Киеву, да? Да, там родственники. А море вот не рассматривали? Сейчас море у нас не очень. Оно грязное и холодное. Нет. Вообще нет? Нет. На нашем море. Может быть, но... Нет. Почему? А потому что... Нет времени, работа... Всего нет. Финансов, наверное, да? И финансов, наверное. А так вообще, вот часто ездите куда-то? Вот? Ну, смотря куда, ездим. В основном это что? Это вот побережье Азовского? Побережье Азовского, побережье Черного. Но в этом году? Вряд ли. Где? Да ничего, в Мариуполе буду отдыхать. Где? На море, на наш? Да, на море. На пляже? На пляже, конечно же, да. Можно и в парк. У нас прекрасные парки в Мариуполе. Поэтому почему вы даже не в парке? Нет, я работаю, мне некогда ездить. А на городской пляж? Вообще лето без отдыха? Ну, получается так, работы очень много. И так каждый год у вас? Ну нет, почему? В прошлом году был отдых. А в этом, наверное, нет. Ну, тем более, не погода такая, как бы не позволяет в этом году нам нормально отдохнуть.